Так, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну, сегодня продолжим наше, так сказать, повествование. Да, у нас сегодня непосредственно Джурасик. Так, ну что ж, нет, не будем Снов пока. Надо будет где-то разместить. Сначала построим несколько куполов птичника и инкубаторий. Да, и нам потребуется экспедиционный центр. И, конечно, чем быстрее мы управимся, тем лучше. Окей, хорошо. Значит, а нам нужен купол. Так, экспедиционный центр, соответственно, да, мы его. Так, а где наша? Ага, здесь, да. Давайте, значит, где-то. Ах, ты сюда не влезаешь, да? Ошибись, еще и. Блин, ну почему так вот не вовремя сверления? Так, вот так вот, да? Так, птичник. Сперва его нужно изучить. Угу. Окей. Да, тогда приступаем к изучению. Так, здесь у нас получается дорога. Да. И какой-то там. А, тоже. Ага, понятно. То есть нам получается. Угу. Понятно. В общем, нам все это нужно изучать. Ну хорошо. Так, давайте тогда ускоримся на максималку. Так, ну что ж, пойдемте посмотрим, что у нас вообще есть, существует здесь или не. Нет, ничего. Здесь мы пока ничего не можем. Да, ну ладно. Жаль. Так, а здесь у нас исследования, да? Защита от бури нету. Это научный центр. Это к списку ученых. Блин, ну у нас получается нельзя. Жаль, нанять нельзя. Агенты. Ну, давайте. Убежище, наверное, да? Попробуем поставить. Почему бы и нет? Хотя стоит ли. А давайте поставим. Я не думаю, что это будет плохо, да? Тем более я, насколько помню, из первой части вроде бы там нужно было убежищем. Итак, значит, мы изучили, да, и погнали, значит, требования, да, купол. А, купол, соответственно, мы ставим с вами. Почему бы и нет, да? Поставим его. Почему ты не можешь прямо поставиться? Плавненько. Ага, через Shift, я понял. Хотя Shift. Ну давайте вот так вот. Да, там еще у нас пойдут. А дорожка вокруг.
Соответственно. А чё, не надо, да я что иметь, а? Да что ж ты так не вовремя-то, а? Ну, что поделать. Так, я не понимаю, она строится, не строится? Ну да ладно. И значит... так, инкубатор, так, купол птичника мы ставим, насколько я помню, да, купол. Потом нам нужен инкубатор птичника, соответственно, мы его поставим. А, требуется птичник. Так, а я же поставил, нет? Это же птичник. Или я что-то путаю? Требуется птичник. Так, не-не-не, не туда пошел. Да, мы смотрим, я так понимаю, здесь, да, будем смотреть. Ну, немножко, да, тут немножко, конечно. И инкубатор птичника. Требуется птичник. А, понял. То есть ты вот так вот, да? Хорошо. Хорошо. То есть я-то думал, оно где-то сбоку, да? Да, давайте немножко вот так вот мы его... Во. Ну, а дальше посмотрим. Скорее всего, будем вокруг, да, дорожку делать вокруг. Сделаем дорожку и таким образом будет такой круговорот. Так. Значит, что у нас все есть? Готово. Можем высылать экспедиции для удаленного отлова. Летают эти животные невероятно быстро. Нам надо поторопиться. Полетели. Хотя в небе нам не рады. А. Срочное сообщение. Так, уведомление о инциденте. Так, место инцидента Окленда. Власти отловили нескольких летающих рептилий. Нужно срочно отправить команду для гуманитарного отлова и привести ее в наш питомник. Положить на потом. Событие будет запустить на карты. Так, выберите ученого, который будет руководить. Да, давайте выберем сразу же ученого. Я так понимаю, у нас единственное, да, что нам нужно вот туда вот отправить, и мы отправляем в экспедицию. Так, дальше у нас особи есть... Особи пойманы и готовы к перевозке. Да-да-да. Пусть служба перевозок доставит их в инкубаторе птичника. Потом выпустим их всех под купол. И там они будут под присмотром. Да. Под нашим наблюдением и заботой в регулируемой среде. Чуденько. Надо уложиться в график и перевести активы на другую площадку. Ага. Хорошо, только знаете что, штаб персонала, слушайте, знаете, нам что нужно? Нам нужно еще здание, оперативный центр, кстати говоря, по поводу оперативников, да, оперативников. Знаете, наверное, вот так вот его и поставим, которые будут у нас должны, да, машинки кататься. Так, что у нас с этим? Ага. Значит, пополнение запасов полностью пополняем. Нет, парк мы не закрываем. Итак, отлов, идет отлов разных видов. Так, пойманы особи 5. Угу, угу, хорошо. Перевести особь, соответственно, сюда. Перевожу актив. Актив поднялся в воздух.
идет транспортировка. Отлично. Так, и сюда мы команда рейнджеров и добавляем задачу. А, и нужно пополнение запасов сразу же. Это пополнить и это пополнить. О. Так, ну что нам тут? Привезикали, привозякали. Ну-ка, давайте, давайте. Опускайте. Актив доставили. Как доставили? А где актив? Почему я не вижу? А, вот они. Они там летают, я понял. Ну и про... Блин, камера, я ж твою стыдейс. Оп, иди сюда. Вот такая ты крыклатая скотина, да? Доставка выполнена. Отсутствует рыба и вода. Да не вопрос. Давайте изменяем ландшафты. Соответственно, конечно, им нужна водичка, что мы и с вами и сделаем. Да? А дальше им нужна будет вода, ну, точнее, рыбка. Рыбка. А, требуется мелководье. Окей. Так. Так, подождите, а что я вам не могу поставить-то? Вы хотите сказать, что я вам должен? Вообще, что ли, здесь все так вот? Ну как оказывается, надо им вообще чуть ли не посередине делать. Ну да, Валера ему. Во, где-то здесь было мелководье. Оп, отлично. Так, сделали. Что им нужно еще? Область. А область я вам все равно не могу, блин, прибавить, да? Камушки нужны. Надо пустырь и камушки. А значит, камень у нас это 10. Отлично. Да, и пустырь. Да, так, ладно, давайте тогда. Блин, как неудобно в этом Валерии работать, а? Так, а здесь ничего нету, да? Так, хорошо. Трава, камень, песок. Ну, давайте.
Какая же ты собака. Наклон. Наклон минимальный. То есть ты... Да, слушайте, вот это засада. Засада так засадом. А как я тебя должен... А, вода, блин, тут же есть, да, вот такая штука. Так, сейчас мы... Ага, тогда воды мало, да? Тогда воды мало. Так у меня и так здесь растительности нету. Ну ладно, я думаю, что вполне им более-менее будет комфортно. Да. Я надеюсь, что комфорт вроде бы создали. Феродонтон, дождитесь, пока привезут эту отловленную особь. А, ну мы уже дождались. Да. Разместите... У нас наконец-то все налаживается. Я бы сказал, не говори гоп. Но за прошедшие годы эта фраза уже приелась, поэтому я скажу, что ваши слова весьма и весьма предсказуемы. Доктор Малькольм, зачем вы звоните? Причина одна. Динозавры. Когда придет время, хочу увидеть катастрофу сам. Я рада снова вас слышать, доктор Малькольм. А, доктор Дуа, как я понял, вы сейчас работаете на ЦРУ. И хлебом не корми, дай что-нибудь разведать. Делаем, что можем. Да, да, вот именно, что можем. А вот что должны. О, начинается. Какое нынче время? Время динозавров, которые живут среди нас. Здесь им не место? Да. Но они здесь. Да. Значит, место нашлось. Так хаос раскрывает свои карты. Доктор, меня сейчас больше волнует то, что еще прячется. Ну, конечно. Да. Как раз поэтому я и привел того, кто поможет вам пролить свет на это. Мистер Исаак Клемент, эксперт в области впечатлений. Скоро он с вами свяжется. Чтобы динозавры были здоровы, им нужны кормушки. Не забывайте об этом. Я Исаак Клемент. Кажется, доктор Малькольм обо мне вам уже рассказывал. Для птичника у нас вполне конкретные требования, например, пост и команда рейнджеров, чтобы следить за животными и собирать данные. Еще у нас в списке смотровая галерея, а значит, и у вас тоже. Да, но меня вот вопрос мучает. Слушай, Клэр, я тут подумал. Я уже напряглась. Нет, серьезно. Почему именно летуны? Не пойму, к чему ты клонишь. Как только возникли проблемы с летающими рептилиями, доктору Дуа, не пойми, откуда звонит доктор Малькольм. Зачем? Ну, они представляют беспрецедентную угрозу. И он волнуется. Да, наверное, что-то так и есть. Волнуется. Не будем спешить. Сначала обеспечим летающим рептилиям все условия, чтобы они были довольны. Так мы получим данные, которые сможем проверить. Не до заговоров сейчас. Клэр, ау! Мы тут за доисторическими животными гоняемся. Мир изменился. Ну, правда, история такая примитивная. Нет. Открыто пространство. Ну, а как я тебе должен... Хорошо. Так, а если мы посмотрим на исследование, может быть, как-то можно улучшить эти штуки?
как-то можно улучшить эти штуки. Так, ну это мы, по-моему, изучали, да? А, подождите, так это нам заново, что ли, это все надо проходить? Блин, да шо ж вас? Я же это изучал. А почему снег пошел? Странный снег. Очень странный. Так, 90%. А можно интересно вам? А, во, я вот почему и думал, что их можно как-то цепануть, да? Вот так вот, да? Нет, экумбатор один, а вот смотровых две. Вот, тогда у них будет больше. Да, больше пространства, где они будут летать. А я думаю, что-то как-то странно. Вот это вот в маленькую такую нас заперли, сказали, блин, делай, что хочешь, да, в этой маленькой. А как ее... И пустыню, и пустырь, и воду, блин. Чё только там. Да. Вот. Территория. Область. Ну, у них более-менее. Да, вот теперь мы можем сразу же водичку им побольше сделать, да? Вот. Пустырь. Наверное, скорее всего, это вообще без единой травушки-муравушки, да? Без единого деревца. И, скорее всего, наверное... А, это трава. Так, вот, да, мы его... Боже, мы же пустырь правильно сделаем, если мы все это камнем покроем? Ну да, будет пустырь. Я вот не понял, то ли это... Так, или все-таки, а песок, интересно, ну-ка. Ага, камень тогда убирается, да? Окей. Ну, я думаю, 90, мы дойдем до 90, да, с таким, ну да, слушайте, отлично. Даже немножко перестарался. Вообще, люди, как вы ходите здесь в такую погоду, а? Еще и в рубашках, ешь твоим. В штанах и в рубашке, в такую метель. Блин, слушайте, мне аж самому, блин, аж мурашки по спине пошли. Так. Да, по поводу нашего, давайте, персонала. Ученые. Ну, недоволен. Я с... Да, отдых. 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 Так, подождите, а вы еще скажете, вы скажите, что... Ну, 92 отсутствует пок... открытое пространство. Ну, 92 комфорт. Что вы хотите? Давайте. 92. Давай, проматывайся.
А я вот не понял, откуда у нас деньги берутся? Я так понимаю, это типа агенты, что ли, приходят и деньги нам, что ли, заносят? Или как? Или... И вообще, откуда мы... Откуда вообще деньги мы получаем? Да, еще и... жрут, слушайте, жрут. Вы были правы, доктор Малкольм. По-другому и быть не могло. Инфраструктура работает так, как положено. У нас образовалось немало активов. Мы готовы отправить их вам. Мы тушим мелкие пожары, а это настоящее пекло. И под угрозой весь мир. Я учту ваше беспокойство. Предлагаю пока остаться здесь. Займемся уровнем благополучия и видимости животных. И, конечно, примем меры безопасности для сотрудников. Сосуществовать с динозаврами учишься не сразу, но мы все ближе к цели. А что, если мы ее не достигнем? Тогда начнется апокалипсис из-за нашей гордыни. Битва людей и динозавров. Даже не знаю, кто заслуживает победы. Ха-ха-ха. Смешно. Так, да, давайте, значит, но я, видите, думал, что одного хватит такого купола, оказывается, они их по два надо ставить. Так, давайте еще птичник. Так, здесь мы инфраструктуру всякую разведем, да? Здесь у нас будет, да, здесь у нас будут. Так, смотровая, соответственно. Теперь мы устремимся в небеса в погоне за успехом. Нам нужно поселить в птичниках больше разных летающих рептилий. Главное, не шмякнуться с высоты их полета, а? Угу. Где-то, значит, примерно на уголке вот здесь вот, да? А, где-то примерно вот так вот. Так вот. Так, второй мой птичник, соответственно. Я так понимаю, как они вообще присоединяются? Блин, что-то как-то вот непонятно, с какой стороны. Ну давайте так. Да, наши ученые отдохнули. Можем отправлять экспедицию. Я вот таких вот выбрал, вот таких чудиков. Вот, слушайте, похоже такой, знаете, у нее типа черепушка такая. Отправим, соответственно, эту одну, хорошее влияние, да? Ну, можно еще, чтобы быстрее, да, нам отловили универсальный вот такой вот. Да, хотя нет. Вот так вот. Да, это уходит. Значит, дальше у нас дорожка у нас идет. Как я уже говорил, будет... Так вот, так, смотровая. Слушайте, а вот эти, они с кем могут контактировать? Ну-ка. Совершенно очевидно, что эти динозавры голодные. Недостаток пищи может вызвать напряженность в группе, а это не пойдет на пользу ни им, ни нам. Поверьте. Mm-hmm. Так, вот, ну, собственно говоря, да, сделал я еще один птичник. Так, хорошо. Там идет отлов. Так, здесь у нас запас топлива, соответственно, да. Здесь пока не надо.
Так, хорошо. Значит, мы поймали 4 из 4, да? Перевести особи мы сюда. Раз, и два, три, четыре. Пять? Не знал, что 5 будет. Ладно. И добавляем вот сюда еще один пункт. Да, правда, что они тут делают? Транспортировка актива завершена. Причем они просто подъезжают. Что-то они даже не выходят, не смотрят. Не... Странные людишки. А, так, где наши? Вот они наши. Вот они наши. Летуны. Так, как бы тебя так... быть я так сфоткать. О. Так, да, у него, собственно говоря, отсутствует рыба, я так понимаю, да, блин, не очень классно, вот, блин, все это решетки. Так, ну давай снова тебе будем летун делать самые вкусные вкусности. Итак, с одной стороны мы у нас вот здесь вот смотровая, здесь они соответственно будут кушать. Даже так, да? Ладно. Дальше у нас рыбка. Как все плачевно. Блин. Что значит рельефом ограничено? Блин, я тогда не смогу что ли поставить здесь? Вообще нигде? Да ладно. Да, ненавижу я эту фигню. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас, блин, ну я говорю, вот с этими гребаными. Так, а как мы там ставили? Давайте посмотрим. Ага, она должна вся поместиться, да? Ну да. То есть нам по большому счету получается надо. Так, понятно. Так, наклоны. Ага, вот это я понимаю. Так, это мы тогда уберем. Так, соответственно, сюда ставим рыбку. Что у нас? А, лес. Лесок. Ну, давайте здесь добавим лесок. Еще лес. Ну давайте еще лес. А,
Так, окей. Воды поменьше. То есть можно вообще минимум, да, водички. Да, по минимуму. И пустырь по максимуму. А вот лес, лес почему-то... То есть вообще в идеале, конечно, не сделаешь прям в один, ну, как бы вообще супер-пупер, да? Ага, блин, не тот лес. Во, отлично. В общем, 91, да? Нормально. Так, что у тебя со здоровьем? Здоровье. Так, нет предпочтительных видов совместимости. То есть их нужно всегда. Ты чё, выполнил? Серьезно? И в фальшивой, искусственной красоте есть своя прелесть, но по-настоящему душу радует природная асимметрия. Неровности, ошибки. Дерево может быть не отсюда, но ему здесь самое место. Совсем как динозавры. Простите, доктор Малкольм. Стало известно, что в Йосемитском парке видели стадо этих животных. Вот и я об этом. Хаос — это же чудо. Компания «Калифорния». То есть, я и говорю, то есть такая, знаете, примитивная история, рассказывают, там что-то болтают, и по сути нам просто рассказывают, какие виды, Йосемити. Как можно будет ставить. Более 3000 квадратных километров территории. В этой части Калифорнии старейшие растения на Земле, гигантские секвои, растут с древних времен, уже больше 60 миллионов лет. Может, в этом и дело? Ящеры ищут деревья. Они знают о секвоях благодаря генетической памяти. Значит, это место динозаврам подойдет как нельзя лучше. Ну да, и сейчас нам потом, точнее, будут этот таких больших, короче говоря, мы, скорее всего, будем... Конь уже сбежал с конюшни. Ну, это я так, к слову пришлось. Нет никакого коня, и конюшни тоже нет. Оуэн говорит, что начало этому процессу положено. Есть динозавры, которых нужно поймать, и здания, которые нужно построить. Конюшня нам не нужна. Зато нам нужны различные центры. Экспедиционный, полямедицинский и оперативный. Для начала этого вполне хватит. Ну и тут получается у нас вообще, то есть нет ни одного здания, да, и нам нужно будет вообще каждое, ну вот каждое здание, да, с самого начала все это построится. А скорее всего в конце вообще всей кампании, наверное, дадут тоже пустыню, да, то есть, ну, имеется в виду без единого здания, да, и нужно будет все здания, да, прям вот прям супер-пупер какой-то мега-парка отрохать, ну, как-то, наверное, так. Ладненько, в общем, на сегодня все, да, меня еще задолбали вон дрелью. Вот, так что на сегодня все, пока, с вами был я, Майстер Картер 1, в общем, в Калифорнию, в следующий раз мы пойдем уже в Калифорнии будем заниматься, ну, а напоследок, как всегда, играйте только хорошие игры, и не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся, пока.